Очень часто люди интересны, что это за такой очень интересный грузовик. Их в Лос-Анджелесе несколько штук, и это, так скажем, это такая база для передачи информации. То есть, если в городе отключат свет, отключат интернет, полицейские могут использовать эти машины для того, чтобы у них был интернет, и их связь, и связь через видео. То есть, это такие командные посты, через которые можно передавать информацию и общаться. Часто люди думают, что эти грузовики используются, чтобы за ними следить и нарушать их какие-то права, но на самом деле нет. Это просто используется для общения между спецслужбами в случае крупных катастроф. Thank you.
церемония завершилась, ну, точнее, часть, которая проходила в даунтауне, она завершилась, и сейчас все поехали на кладбище. А если видите, за мной находится такое странное здание, это Диснеевский холл, и архитектором его был человек, который, я о нем уже говорил в видео про Ван Найс район, он был архитектором этого здания, не здания, которое я показал в Ван Найсе. Там оно попроще, чем это. В каком-нибудь из следующих видео я покажу вам подробнее даунтаун. Сейчас просто нет времени.